надо было сегодня с тобой в автожизнь брать. Че? Палочку с твоей камерой. Ребята, всем привет. Мы идем на рынок Мави за продуктами. Проверяем камеру в ночном режиме съемки, как она ночью снимает. И дико мерзнем. Да, кстати, пока что мы дико мерзнем. Посмотрим. Минус 3 обещали. Ой, по-моему, у меня чуб торчит. Нет? На тебя просто закудрявились волосики. Ужас. У меня волосики закудрявились, я теперь кудрявый. Как кудряшка Сью. Можно засунуть палку в машину, посмотреть, что внутри. Да, кстати. Там, наверное, бомж спит. Ого. Не, ему там явно не тепло. Короче, 2 дня снимаю видео на камеру. И пока что мне все очень нравится, как она записывает. Днем вообще качество отличное. Ночью тоже вроде в сумерках так себе неплохое. Посмотрим, как при таком вот освещении дневном она будет писать. Так, хотя не так, наверное, палка. А я тогда летала на автожирчике. Объясни, что такое автожир. Автожир? Это такой летательный аппарат. Самолет с вертолетом совмещенный. Ага. Наверное, так можно сказать. На модели, которая полностью открытая. Вот поэтому было. Короче, летишь и волосы назад. Ну ты же в шлеме. Ага. Разговариваешь с пилотом параллельно. Вот. Это было круто. Смог, конечно. Вообще ничего не видать. Зато даже высмотрела, когда пролетали над сопками у кого-то на стоянке самолет с вертолетом. Вот. Ну, в общем, мы пришли на рынок Мави. Сейчас пойдем с Анюткой. В аллею. Не забудь корзиночку взять. Да, возьмем корзиночку. Возьмем продуктов. Погрыземся с каким-нибудь охранником, который сейчас скажет, что нельзя снимать. Вот. И запишем снова сногсшибательный ролик и пойдем домой его делать. Где? Картошка. Пойдем, картошка. Аннушка. Пойдем мы за картошкой. Где у нас картошка? Вот она у нас картошка. Берем картошку. Короче, мы все продукты сожрали за месяц. У нас все никак не получается сходить в магазин. У нас то Анечка занята, то я на тренировках, то еще что-нибудь. Вот, и сегодня мы все-таки пришли и решили наконец-то набрать продуктов. Картофельное сердечко. Покажи, как оно бьется, когда я к тебе прикасаюсь. Не тут оно у тебя бьется. Позвонила мне мама, сказала, что нашла мой канал на YouTube, подписалась на меня. Так что теперь будет следить за всеми новостями. Говорит, посмотрела мои ролики, расплакалась. Увидела, каким я вырос, чем я занимаюсь, как меня порубили. И, короче, сидит, рыдает теперь. Ну, мы ее успокоили, сказали, что все хорошо, что нет поводов для слез, так что все нормально будет. Зато теперь у меня плюс 2 подписчика. Кошка у нас обычно кушает рыбу покупную. Но так как мы настолько обленились, что за последние 2 недели ни разу не смогли выбраться в магазин, она у нас съела всю рыбу и все запасы, какие только были, и сегодня мы вынуждены приобрести ей вот такую подделку, так сказать, фастфудом ее кормить. Это то же самое, как человека с майками кормить. А ты просто бери, к чему рука первая потянется. И все это как на экзаменах, когда приходишь. Вот к чему, к какому билету рука потянулась, то ты нужно сразу же брать. Ну, видимо, да. Наша кошка вообще все жрет, даже поролон. Огурец. Огурец.
мы вспомнили, что нам нужен огурец. Как ты выбираешь огурцы? По размеру. Например, вот этот, мне кажется, чуть-чуть большой размер. У них очень много будет семечек. А вот этот, конечно, удобен. Для анального секса. Идеально подходит для проникновения, соприкасания с нужными. Ну, короче, какой надо брать? Вон тот или вот этот? Ах, ё-моё. Что же мандарины появились? Ну, Новый год уже рядышком. О, какая цыпа, пойдем мимо нее. Заценим ее носик. Вообще прям. Просто шикарный носик вообще. У вас очень красивый носик, девушка. На тебя уже продавцы косятся, думают, ты ревизорова. Я всех дешевле. Давай. Какими этими делать? А может быть вот этого? Я вижу свои любимые шкуры. Не, ну она же, скажи, у нее личико красивое. Ну скажи же, что личико красивое. Попы нет. Попы нет? Ну носик-то клевый. И ножки коротышки. Ну носик-то клевый. Ну такой вздернутый такой. Да, да. Ничего себе. Это килограмм со скидкой 359? Килограмм. А сколько без скидки? Да. Надо. Надо запомнить. Сосиски ностальгия молочные. Вот смотри. Например, обычные сосиски Дымов, которые сейчас тоже на скидке. 300 грамм, 120 рублей. Тот в 3 с копейками раза больше, то есть это уже 330. Короче говоря, цена одинаковая, другая на скидку. Тогда получится взять хороший продукт, который реально вкусный, весит. Может, правда, правильно. Но естественно, что погодка сделана. Брать, замораживать часть, есть. Долго и счастливо. Можно, конечно, зайти в тот павильон просто. Купить лимонада 3 литра за сотку. Сходили мы в магазинчик. Купили немножечко продуктов. А чего отдыхаешь-то? Просто запахался. Купили немножко продуктов и сейчас идем в пивной киоск, в котором продается самый вкусный лимонад вообще, который я пил когда-нибудь. Он такой прямо из детства. И это первый лимонад за последние, наверное, лет 10-15, который после того, как выдыхается, превращается в очень-очень вкусный сиропчик, а не в какую-нибудь мочу, как, например, аяновский лимонад. Вот, я надеюсь, меня директор Аяна не закажет за эти слова и не зарубит топором. Вот, ну, короче, это так. Мне реально бесит вот этот вкус аяновского лимонада, когда он выдыхается, он превращается в какую-то помойку. Вот, а здесь... А здесь как в Чечне ключи по вкусу выпускаем их в Чите. Вот, короче, классный лимонад. И мы сейчас идем за лимонадом. Замерз. Носик замерз? У нее носик замерз. Ну, в общем-то, мы уже и дома. Так что до завтра, друзья.